Всем здорово, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами по-прежнему Серый Белка, и мы продолжаем играть в Evil Within, то есть внутреннее зло. И да, надпись на стенке, он смотрит, мы не можем уйти. Так, для прикола сказал, вот. В прошлой серии как бы я здесь зачистил весь город от зомби, вот, и не, как я вам объяснил в последних минутах, то есть моей второй серии, то что я сейчас это зачищу этот поместье, как раз таки пойду лучше, чтобы немножечко продлить хотя бы, я не знаю, серию. Вот. И буду убивать, собственно, вот этого бензопильщика. В принципе, мне кажется, его можно не трогать. Не знаю. Так, спички. Спички, хорошо. А что на карташах хожу? Я здесь всех уже убил. У меня гарпуны есть, они мне не нужны. Я буду знать, что здесь может быть на прозапас, если что. Так. Вот это так вот сделаю и вот так вот. Здесь потрошек. Не очень-то много, но я думаю, достаточно будет, чтобы убить этого толстенького. Открывай. О, потрошки. Так, ну думаю, я здесь всю местность зачистил, то есть можно уже, в принципе, пойти прокачаться. Я так думаю. Ну да. И пойти валить этого пухлика. Кстати, здесь были бочки, я их в прошлой серии не заметил. А в них все равно ничего и нету. Ха! Какой толк от этих бочек был. Да, да, я тебя слышу, чувак, но знаешь что, на данный момент не сейчас. Стой! Стой! Откуда здесь еще двое? Вот это просто поворот! Тише, тише. Спокойной ночи. Надеюсь, она не спускается, да, сейчас у нас по лестнице. Найдет в этот дом. Умничка. Ну да ладно! А можно побыстрее в дверь входить? О черт, о черт, о черт, о черт, о черт. Ха-ха! Приколюхи. Спокойной ночи. Ну и все, этот глаз остался от этого. Шум, например, звук выбивающей двери может привлечь внимание врагов. Спасибо, Кэп. Твою налево! Да стой ты! Нафиг! Отстань! Стой, нет! Что? Я только что сквозь дверь прошел. Да ты... Не беси меня. Откуда они вообще здесь появились, вот эти вот трое? Пипец. Вот чего-чего, вот этого я не ожидал, вот число. Так, а как мне, пожалуйста, пожалуй, переключиться? А, вот большая кличка. Ну давайте шевнемся разочек, почему нет? О, да! О, да! Погнали! Подождите, я слышу, здесь еще кто-то есть. Но я его не вижу. Подождите, здесь были трупы на... Здесь висели трупы. Где они? Вс
все, я теперь понял. Теперь даже каждый висячий труп придется поджигать. Даже тебя, чувак. Я тебе тоже не доверяю. Ну кто же мог знать, что вот эти вот трупы возьмут просто и слезут с висельницы и... Пипец. Я же слышал, что зомби где-то здесь. Вот я вот честно его не вижу. Ну правильно, что мне надо идти именно по крови. Ну, этот-то точно не встанет, у него головы нет. Это висит мясо. Блин, второму разу здесь прохожу, блин, специально. Ну, я здесь не вижу никакого больше, допустим, зомби. Я слышу, что здесь кто-то еще есть. Так поднять нельзя. Ну, допустим. Нет, то, что ты проверяешь пистолет, это круто. Ну, я прям рядом его слышу, но я его не вижу. Может, это и есть этот зомби. Просто торможу. Ладно, неважно. Пойду прокачаюсь лучше, короче, и к своей главной проблеме пойду скажу. Ну, прибежит и прибежит сюда какой-то там зомби. Какая разница. Погнали. Почему я здесь? Миссинг. Не понял. Оскар. Пропал сотрудник полиции Оскар Коннелли. Исчез во время патрулирования. Патрульная машина найдена на окраине города. А, вот этот Оскар как раз таки во время того, когда мы ехали в сам машины, то есть медицинской машины, его каким-то раком он, то есть, начал заражаться. Поэтому мы и упали, скажем так, с обрыва вниз. Вот, но после мне пришлось его убить. Естественно. Как много таких тут приколюх есть. Каждый раз что-то новенькое. О, допустим, газета. Убийство продолжается. Полиция в тупике. Почему убийца не оставляет следов? В окрестностях Elk River найдены новые трупы. Местные жители боятся выходить из домов. А вы в курсе то, что они там не живые совсем? Они же мертвые, поэтому я их убиваю. Вообще, как здесь новости они узнают, то, что кто-то где-то умирает? Если здесь все трупы, в смысле трупы, все зомби. Что происходит вообще? Так, пойдемте, откроем ячейку, заберем аптечку. Так, мадама. Не вздыхай так. Ну, тут, я так думаю, ничего новенького не появилось. Ну, да. Опа-на. Так, эта карта такая же невнятная, как и что? Я не успел прочесть, эу. Неважно. Короче, надо где-то еще найти карту. Так. Аптечка остается, слава богу. Что? Она не одна. У меня их две. Так, эники, беники. Или вареники, эники, беники. Да хрен с тобой, короче, эники, беники. Давай вот тебя откроем. Зачем мне вот четыре гарпуна? Ну, то, я все равно арбалетом на данный момент не пользуюсь. Ладно, то, что открыл, то и открыл. Неважно. Давайте сохранимся.
Спасибо. Пойдемте прокачаемся. 6800 у меня очков опыта. Думаю, вообще прокачаемся. Так, здоровье. Здоровье это да. Макс время ускорения. Это тоже да. И остается 1800, значит. Оружие, дробовик. Скорострельность, время перезарядки, емкость магазина 2000. Так, критическое попадание. Нет, спасибо. Хотя, знаете что? Может быть, время перезарядки уменьшить. Что у нас с арбалетом? Время... Так, введение. Дальность. Время перезарядки. Слушайте, время взведения, да. Включение времени требуется на взведение арбалета. Позволяет быстрее стрелять. Ну, я даже не знаю. Я думаю, я лучше точность, потому что я большинство времени стреляю вообще только с пистолета. Ну и у меня осталось 300, что мне просто вообще ни на что не хватит. Так, нет, можно увеличить количество болтов. Ношение, имею в виду. Но, да ладно. Так, пойдемте еще раз пересохранимся, чтобы дважды мне не прокачиваться после смерти. Да, я желаю пересохраниться. Мышка здесь вообще, капец, мне неудобно. Она очень медленно передвигается. Сова, открывай, медведь пришел. Я даже на самом деле дом не хочу проверять, потому что эпочки. А как я не заметил эту приколюху? По-прежнему, блин, труп непонятного, а это козел, ну еще лучше. Давайте-ка я лучше для профилактики еще раз покажу по этому домику. Убежду. Я не знаю, как правильно это сказать. Вот. Так, приколюшки. Надо почаще высматривать у них после их смерти вот такие вот аптечки. Не аптечки, а прокачку. Мне кажется, все, он остался один, как бы, и можно его это. И впав там где-то так, стоп, эти спички. Ну да, то есть. Больше здесь кроме него никого нету. Я думаю, я возьму лучше арбалет с. Взрывными болтами. Нет, стой. Потому что сейчас будет все очень плохо. Давай. Только ты и я. Да ему вообще, по-моему, плевать. Савельчик. Чёрт! Так, дробовик. Вот это вот не круто вообще сейчас. Вот, ни разу. Да нет!
Что? Оп-оп-оп-оп-оп. Ты все? Кончился, я надеюсь? Пипец, я на него патрон потерял, на самом деле. Опять ты. Как мне надоело. Так, то, что нужно. Бензопила. На зубик цепи этой старой ржавой бензопилы засохшая всякая гадость. Ну, это естественно, потому что это же, блядь, он пилил всех ею. Что за тупые вопросы? Так, ну я думаю, я неплохо их отфигачил. Я надеюсь, я смогу забрать свою вот эту сейчас минку. Точнее, ловушечку. Да, могу. А у меня там ничего не было. Ну, слезай, давай. У него был сундук. Приколюшка, мне нравится. Да. Ну нету тут. О, патроны. Патроны-то хорошо. Отнюдь не неплохо. И, по-моему, я здесь все уже все проверял. Больше, думаю, ничего здесь не забыл. Я не хочу брать эти бутылки. По звукам никого я не слышу. Это что? Топор. Ну, давай возьму. На всякий случай. Так, стоп, у меня еще здесь не закончены дела, подожди. Здесь где-то было две стрелы для крупона. Пойду заберу. Что-то бац, короче, здесь оказывается еще один зомби. Я такой в шоке вообще. Что, где? Так, а где-то две стрелы для группана я видел. Я же тут их видел. Ведь так? Доктор, к вам можно поднять? И, кстати, да, я почему-то не смог поджечь в прошлой серии вот эту вот женщину. Мне кажется, это... Ну, давайте еще раз попробуем. Видите, он ее не сжигает. Значит, что-то не то. Не то чтобы что-то не то, просто, наверное, игра у меня либо багнулась, либо... Бутылку нет, спасибо. Либо просто нельзя какой-то труп поджечь, хоть и написано. Ну, господи, ну какой же ты дохляк, я в шоке вообще с тебя. Я же, по-моему, выносливость прокачал. Так, стоп, стрела от гарпуна вон там. Ага. Я просто не хочу детали тратить. А, нет, мне придется потратить, потому что у меня нету некоторых стрел. Допустим, вот это у меня нет одной, и вот этих у меня двух нету. Ну, в принципе, полный боекомплект. Почти ничего не потерял. Вот почти. Два патрона, скажем так, с револьвера и все. Остальное все верну. Ну, надо сваливать уже давно отсюда. Зачистку произвел. Все. Так, стопы. Это что? Почему у меня здесь так зеленым цветом реагирует? Странненько. Ну да, все. Больше мне здесь нечего делать. Пора сваливать. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him.
Ну вот, в принципе, я и прошел третий эпизод. Следующая серия тогда нам будет делать без голоса, как бы на атмосферу, ребят. Потому что я очень устал. Вот, и серия выйдет где-то, наверное, ну, через полчасика, может быть, через час. Так что вот, с вами был Серый Белка. Всем до скорых встреч. Пока.